Меня зовут Шараева Лейла Дурсуновна. Все началось с того, что когда мы все сели на карантин, очень много появилось в соцсетях обращений людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, о помощи. И я думала, как лучше помочь, как можно помочь этим людям. Возникла идея создать волонтерское движение. Обратилась к своим друзьям, коллегам. Они сразу поддержали эту идею. И вот мы оказали нескольким семьям самостоятельно помощь, но понимали, что людей становится все больше, и сами мы уже не сможем с этим справляться. Обратились за помощью в администрацию РМО, СМО, которые нас также поддержали, предпринимателям нашим, главы СМО разные. Всех поселений откликнулись на это, мы очень благодарны им. Нам помогли и передали вот такие респираторы с Москвы, ребята, чтобы как бы защитить нас. У нас есть все средства безопасности. Есть у нас девочки-активисты, которые занимаются именно пошивом масок. Сейчас нам шьют комбинезоны специальные, чтобы как бы в связи с тем, что мы контактируем постоянно, чтобы мы не были в риске заражения, чтобы мы могли спокойно себя чувствовать, защищенно. Поэтому всем выражаю огромную благодарность, слова благодарности. Спасибо всем за поддержку. Я думаю, что мы все-таки, если будем все вместе, мы обязательно справимся с этой проблемой и с этим вирусом. Еще один вопрос. Вот вы находитесь здесь вот в одной одежде, а когда выезжаете, вы в том же самом едете? Нет, мы переодеваемся, одеваем уже респираторы, мы приезжаем, все это дезинфицируем. У нас дезинфицируется каждый день утром, в обед и вечером помещение, в котором мы находимся, машины мы дезинфицируем. У нас есть предприниматель Мулаев, который нам оказывает бесплатную мойку автомобиля, бесплатную дезобработку. Ну вот, как бы общими усилиями мы стараемся справиться со всем этим. Еще один вопрос. Роспотребнадзор контролирует как-то здесь все? Ну, мы обращались, говорили, звонили в Роспотребнадзор. Они сказали, что если мы не развозим готовую продукцию, то бишь мы здесь не готовим, а просто крупы, то их не это не нужно. Ну, в принципе, как директор лагеря Сайгачонок, я знаю, как хранить продукты питания, и мы стараемся соблюдать все нормы для хранения правильного продуктов питания. Минут, уважаемые земляки, меня зовут Роксана. Не так давно, а быть точнее 3 апреля, мне позвонила подруга Лейла Шараева, предложила организовать волонтерское общественное движение под названием «Время делать добро», над которым я, даже не задумываясь, дала свое согласие. Конечно, мы все понимаем с вами, что сегодня пандемия, вирусная пандемия COVID-19 сдержит страхи не только нашу Россию, но и весь мир, и в том числе нашу республику. Мы понимали, когда организовывали это движение, мы понимали, с чем мы связываемся и на какой риск мы идем. Но сегодня мы ощущаем на себе работу нашего движения, работу того, как оказывают нам поддержку и помощь неравнодушные жители района, жители республики Калмыкия, даже земляки с Московской области, города Москвы. Цель нашего движения – это, конечно же, оказать поддержку лицам, попавшие в трудные жизненные ситуации. Мы в этом помещении мы формируем социальные пакеты, развозим их по нуждающимся семьям. В социальные пакеты входят товары первой необходимости, это, конечно же, продукты питания. Наша организация, волонтерская общественная деятельность, действует на территории Целинного района. То бишь мы не заостряем свое внимание на одном каком-либо сельском муниципальном поселении. Да? Мы действуем, недавно вот мы отработали и Кичунос, поселок и Кичунос,
У нас налажена очень связь хорошая с поселком Харбулук. У нас имеется там семья, которая нуждается тоже в оказании социальной помощи, адресной помощи. Мы им тоже оказываем через глав сельских муниципальных образований, через волонтеров, которые на сегодняшний день находятся там непосредственно на местах. Далее мы отработали уже населенный пункт такой, как Найнтахын, и Кичунос, и Харбулук. И непосредственно, конечно, основная масса у нас село Троицкое, так как здесь проживает более 14 тысяч населения, вот, как бы человек, поэтому и более процент высокий – это неблагополучные семьи именно здесь, многодетные семьи и семьи в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день у нас адресная социальная помощь оказана более 83 семьям района. У нас также надо отметить, что в нашей группе открытый счет, финансовый счет, на который любой желающий может перевести финансовые средства. На сегодняшний день финансовые средства составляют сумму более 40 тысяч рублей. Но на эти суммы мы планируем закупать также маски, продукты питания. Мы покупаем даже вот вчера, буквально выезжая на один адрес, мы оказали помощь пожилому человеку в приобретении медикаментов. Естественно, мы за это деньги не берем, мы это от души, лишь бы для спасения здоровья. У нас имеется в Вайбере группа «Время делать добро», куда поступают заявки. Мы просматриваем новостную ленту, заявочные списки, заносим в такую тетрадь учета. И уже после сформированными пакетами, собранными социальными помощью, выезжаем по адресам. Сегодня наш социальный пакет будет состоять из картофеля. Так, лук мы сюда положим. Крупы. Нет, давай. Так, еще один. Так. Дальше мука. Масло. Гречка. Так, гречка. Ага, гречка. Это что, видите, гимназия, да? Да. Вот вчера привез глава Иринова Ашамбулка, Савва Леонидович. Так. Томатная паста. Сахар. Можно было на два пакета разделить, да, Лида? На два пакета еще. Вообще, хорошо? Мы сейчас посмотрим, сколько это. Так. Сахар. Рис. Блин, что я не просто не живу? Рис. Чай. Заварка вот. И из холодильника. Так, сосиски. Давай положим этот. Такие вот наборы конфет. А, да, сосиски и какие-то. Вот сосиски. Тогда нам оказал, как его, тройки колбасные. Карпенко. Конфеты. И конфеты к чаю. Не, ну это крутое вообще надо. Это не на три дня, Оксан. Не, ну минимум. Ну, неделю можно пожить. Маски еще. Маски. А, ну и в каждый специальный пакет продуктовый мы ложим маски. А, которые вам дают? Да, мы, которые нам девочки шили, мы вот их тоже раздаем. Тем самым семья может сходить за хлебом. Маски многоразовые. Еще там. Председатель Республиканского общества инвалидов, Всероссийского общества инвалидов, Решетников Валерий Анатольевич. Вот в такой трудный момент с вирусом для нашей республики, в целом для России,
очень приятно, когда есть такие люди, которые, не щадя ни своего времени, не, как бы говорится, ну, рискуя также здоровьем, помогают жителям, малообеспеченным семьям, в частности, вот инвалидам. Уже мы более 20 семей охватили инвалидов. Помогли продуктовыми наборами. Охота, конечно, сказать большое спасибо простым людям, которые также перечисляют деньги. Есть счет у девчонок. Вот Лейла, молодец, спасибо, предоставила даже свое личное помещение, в котором производится фасовка продуктов. И отсюда мы развозим эти продукты. Я тоже с ними вот подключаюсь на своем транспорте, общественной организации у меня транспорт. Тоже доставляю продукты по мере возможности. В целом в районе у нас, как уже видели, продуктов постоянно предприниматели пополняют. Администрация немножко помогает тоже. И в целом вот я очень благодарен этим девчонкам, которые создали все это в Вайбере группу. Вот даже хорошие это, с сердечком, с руками, все. Буквально вчера тоже в интернете увидел, что у нас хороший есть предприниматель, который, несмотря ни на что, по-моему, 1,3 миллиона пожертвовал в республику. Вот таких бы побольше нам людей, и у нас не только вирус, мы все можем победить с такими людьми. Огромное всем спасибо. Сейчас вот буквально я попросил Карпенко Зинаиду Николаевну, чтобы подготовила тоже продуктовые наборы. На данный момент хочу выехать в город Элисту и вручить эти продуктовые наборы инвалидам, которые пострадали при взрыве дома на втором микрорайоне, дом 15. Они у меня сейчас проживают также вот на съемных квартирах. Тоже мэрия там выделила средства, чтобы они могли, покуда не решится проблема с домом. И вот сейчас на данный момент поеду, конечно, они не будут ожидать этого, но будут безгранично рады. И еще раз, да, есть ли у вас какой-то, не знаю, номер, там, банковский счет, если вам там нужно где-то куда-то что-то помочь, как вообще вам люди, желающие помочь? Да, нам, могут они вам помочь? Да, у нас есть банковская карта, желающие переводят нам туда денежные средства. Мы каждый день в своей группе Вайбере отчитываемся, сколько поступило, на что были потрачены эти деньги, какие предприниматели, депутаты, там, кто что, сколько, как смог помочь. Мы все это стараемся осветить каждый день в нашей группе. Группа Вайбере. Группа Вайбере. Время делать добро. Угу. Все, вы можете сказать то, что на основании вот этого движения на народ сплотился в Целинном районе. Какой, да, ты, я хочу. Вот ты как активист, какой ты делаешь вывод? Да, я могу сказать, что очень много людей, которые неравнодушны, которых, наверное, эта беда сплотила, которые отзывчивые. Очень много и слов благодарности, и очень много слов поддержки, и как моральной, так материальной, там, кто как может, продуктами. Обычные пенсионеры переводят, просто жители приносят пакеты. Мы все это раздаем тем, кто действительно нуждается в этом. И я очень благодарна всем им. Ичилэ тэнгэ хорнды бэдэгэ, ичилдэднэдэгэ халимгут. Дауу сэхэнэ эмдрэлэ олсэн, дауста тэгэнэ инэгэдэм. Кесэгэ жилэнэ эрхстэ бидн, халуу нарнды батрэксэн. Ашута цагигэ хэкнэрэ дилсэн, хатуугэ жэлэрэ хэлэлсэн. Тэрэдн сэрсэдн халэм гуда, эбэн ягэндэн дурлая. Хэмэнэ бахчуд дэлгэрэ бульжэ, хэрта ахмэран кэндиян. Сэрэдн сэрсэдн халэм гуда, Эмили махчут, ты лигер и бульджи.
И вам не болеть. Берегите себя. Спасибо. Немножко.